медитация, которая помогает снимать напряжение с нервной системы и даже такого, как шок. И помогает также освобождаться от напряжения в голове. Руки вот таким образом, правая ладошка сверху левой, большие пальцы вместе, они опущены вниз. И выпрямите спину, разверните плечи немного назад. Откройте рот и языком с открытым ртом давите на верхнее небо. Это может показаться немного неудобно, но в этом и ключ. Попробуйте. Руки перед собой, правая ладошка сверху левой. Глаза прикройте, давите языком на верхнее небо и держите рот открытым. Это всего 3 минуты, поэтому постарайтесь давить максимально сильно на верхнее небо, чтобы почувствовать эффект. Как это быстро работает. Тягивайте нижнюю челюсть вниз. Вы должны чувствовать в ней натяжение. Мы чувствуем, как давим на верхнее небо. Постарайтесь не ослаблять ни на секунду натяжение. Выдох устремляется на груди. Сделайте глубокий вдох. Надавите еще сильнее на задержки языком на верхнее небо. Сожмите позвоночник, мышцы внутрь себя. Выдох. Расслабьтесь. Положите руки на колени и понаблюдайте. Видите, как изменился рисунок дыхания.
Ощущение в голове. Как будто чуть больше свободы и чистоты. Наблюдайте, как по-новому стали ощущать свое тело, нервную систему.